вот сейчас показывают много, например, Луганск. Я знаю, что там на главном памяти афганцы написал куплет вот этой песни. Знаю еще несколько памятников, где тоже написаны строчки из этой песни. Давай за тем, кто не вернулся, кто стал частицей тишины, кто лег в горах и не проснулся от необъявленной. Известно людям.